В Беларуси завершается массовая уборка зерновых. Уже намолотили 8 миллионов тысяч тонн. Самый весомый каравай в Минской области. Урожайность выше прошлогодней. Хватит как на нужды хлебопекарной промышленности, так и для кормопроизводства. Тем временем аграрии взялись за просы и гречиху. На Интернациональной укладывают новый асфальт, обновляют участок от 50 лет Октября до развязки на Крылова. Закончить планируют до конца сентября. Из-за этого могут возникнуть неудобства у транспорта, например, у автобусов, которые идут в сторону автовокзала. Бобруйская автошкола ДСААФ открыла набор в группы для инвалидов. Для занятий предназначен специальный автомобиль с ручным управлением. Единственный в области. В остальном отличий от обычной категории «Б» нет. Учеба длится 3,5 месяца. Цена – 640 рублей. Бобруйчанка Вера Хвощинская стала обладательницей золотых медалей на чемпионате мира по шашкам 64. Соревнования проводились в Болгарии раздельно среди мужчин и женщин в двух дисциплинах – классическая и молниеносная игра. Мужская команда Беларуси заняла второе место. В парке культуры и отдыха 1 сентября будет фиксированная цена на аттракционы – по 2 рубля. Исключение – летающая тарелка, сальто, тир и все виды проката. Также ребят ждет квест «Секреты школьного портфеля». Начало в 12 часов. После – конкурс рисунков на асфальте.